Друзья, мы находимся на первой ступени Бугульминско-Белебеевской возвышенности. Такая первая ступень этой возвышенности. Здесь сегодня у нас 27 ноября, снега, как видите, нет. Сзади у нас там город Бавлы. Очень много дятлов в этом ноябре. Уже сегодня троих встретил. Не один и тот же, а троих. Один улетел. Чудесно. Тихо, спокойно. Небо вроде очищается. Хорошо, в лесу. Сейчас пойдем к елочкам сходим. Это Бавлинский лес. Возвышенность. Бугульминско-Белебеевская возвышенность. Там у нас будет сейчас город Бавлы. Вон там вдали его видно. Здесь у нас сопочка. Небольшая сопка. Возвышенность. Это не горы, они такие по 200-300 метров высотой, наверное, не больше. Хотя мерить не мерил. Чудесная погода. 27 ноября, снега ноль. Все две зимы, в октябре зима начиналась. Снега было много. В этом году ноль. Ноль снега. Вот такая вот, как поземочка вчера посыпала. В городе-то нет, а здесь сохранилось. Там у нас елки. Но елки, нижняя часть елок вся в такой пустоте, нет иголочек. Вверху они еще есть. Такие полуживые елочки. С чем это связано, не знаю. Но небо чуть-чуть вроде местами проясняется, но очень мало. Тучи висят, как в Петербурге. Вот сейчас вышли на эту тропочку здесь. Очень удобно ходить. Так, ключ на уже елочках. Вот, друзья, у нас здесь лиственница, елка. Такое сказочное место, довольно симпатичное. Симпатичное место. Лиственницы голые стоят. А елочки всегда нарядный зеленый у нас. Заходим в глубину леса, в глубину елочного леса. Здесь у нас, видимо, все же не так будет. Снимаем на внутреннюю камеру. Качество не должно быть, пикселей меньше здесь, чем наружная камера. Но тем не менее, хорошо дышится здесь. Спокойно, тихо. Дятлов сегодня много видел. Лисы здесь есть. Лисы встречались мне. Сегодня никого не видел. Тишина полная, но тем не менее все равно прослушивается дорога.
дальше уходить надо, чтобы дороги не слышно было дальше. Хотя здесь уже, наверное, километр полтора от нее. Все равно прослушивается. Летом здесь, конечно, шикарно. Ну, в ноябре, в конце. Тоже довольно сносно в этом году. По крайней мере, мороз не шпарит, минус 4 где-то. Такие вот муравейники красивые. Пирамидины. Муравьям есть чего строить. Иголочки от елки падают. Вот все такие елочки. Мало иголочек на них, все упало. С чем это связано вот тут вообще? Тут, правда, лисеница есть кое-где, но и елка тоже. С опавшими иголками и летом, и зимой. Ну вот, друзья, закончу пока на этом.